дальше я по ходу еще проверю, готова ли я давать свободу своему мужу, смотря как вы. Всем привет, вы на канале Данил, About Everything, и мы собрались на рыбалку, на ночную рыбалку. У нас сейчас 18:36, нам осталось ехать 10 километров. Я как этот пожеванный пони. Это нормально, мы покупанные, пахнут. Да, бабочками. Сейчас едем, заплавимся. Заедем. Ну, вкусняшек каких-то, а мы будем в костер полетели. Полный там этот. Я взял горелку. Мы взяли с собой кучу, как будто мы уезжаем, я не знаю, в палатках где-то ночевать. Мы взяли одеяло, подушки, с собой там мыло. А, сейчас мою щетку не положила. Забыла. Моей бывшей. Сейчас. А этот. Потом мы взяли еще продукты. Короче, покажем, взяли, когда покажем. Приедем. Интересно. Да, так что подписывайтесь. Кстати, сейчас... мы вчера там были только, и утром мне сны такие страшные снились. Я иду где-то по озеру, по какому-то мостику, и на самом конце змея. Но во сне она на меня нападала, то слава богу нет. Я иду по мостику, уже в самый последний момент замечаю, что там такая гадюка лежит скрученная, или змея, или гадюка, как неправильно. Фу, боже, как страшно сон. Еще меня укусил паук. Все, поехали, мы сейчас будем скупляться, заправляться и едем. Мы не можем решить, что взять такую филе курячее или что-то из крылышек или еще что-то. Мы взяли перец, хлеб. Надо сказать, в общем, ребята, мы уже в АТБ. Я не знаю, мне просто уже тут этого всего давно. Если с будет вообще ничего. А там Петру и Коко еще открыто, можем там сарделя какие-то взять. Давай ты, давай. А чем его? Короче, сейчас мы вернемся, подумаем. Ребятки, всем привет. Еще раз. У нас уже темно. Сейчас ловим на спиннинги. Срывается постоянно рыба. Два спиннинга стоят. Сделал удочку, мне дедушка подарил удочку, я никак не купил туда леску и снасти. Сегодня сделал удочку, и у нас она сорвалась, ой, рыба потянула сильно и оборвала леску в первый же день. Короче, с самого начала был хороший клёв, сейчас не знаем. Еще. Интересно. Еще и утренний клёв будет. Сука, Марьё вокруг тебя летает. Да, комарья тут куча, а летают они, потому что фонари. Такой у нас надо уже спальник расстеленный. Тут у нас шампусик, сейчас еще будем пить. И вот такая вот рыбалочка, будем ждать, может какой-то поклевчик будет. Тут еще людей куча было, капец. Надо закрыть, чтобы комарья туда не лезла. Съедят просто. Я все откусила. Да просто, вот. Ну, это как бы подходил. Вот. Да. Вот просто. Походу, сейчас меньше немного поставим. Все, ребята, всем спокойной ночи. Мы еще ловим. Просто, меня ослепит. Завтра еще включимся. Или сейчас, когда будем ложиться спать, мы включимся. Итак, ребят, мы только выключились. И хотели достать, просто проверить удочку Ксюшину. И этот... Ну, пока я там делала нам спину. Она ничего даже не этот, как его, не клювала. И вот такой вот маленький этот поймался. В пол ладошины. Я говорю, надо посмотреть, я долго свою отку не трогала. Да. Все. Ловим дальше. Я такая довольная, наконец-то. А давайте-ка бухать. Да. Если мы хотели открыть шампанское, но Масика, наверное, клюет. Шампанское французский бульвар, это я таким торгую. Кто не знал, я представитель алкоголя, элитного шампанского и всего. Так, ничего нет. У меня только что был поклев, но этот как его... Он спрыснул. Там практически ничего не видно. Опять запуталась. Ладно. Мы работаем дальше.
Сейчас будем открывать. Итак, ребята, продолжаем видеосъемку. Это прямое включение. Аккуратно, там моя улица. Просто кошмар. Это будет видеоблог, а вот этот. Мы снимаем на камеру Nokia. Здесь нет. А, тут вот по-другому. Давай ногтиком подковырну. Давай. А, ну или сделаем. A few moments later. Да ты как цыган на камере цветоев. Да. Не, ну ты вполне смахиваешь на цыгана. Ты ведро решил доломать до конца. Нет. И так. Открываем. Это шампанское на честь первого улова. Может, ты встанешь хотя бы? Шо? Три, два... Стреляй? Да. Да. Куда ж улетела, Валя? В речку. Итак, ребята, отмечаем первый улов. Вы не представляете, у меня радости была полные штаны, когда я вообще даже не ожидала увидеть рыбу на крючке, а она там была. О, боже. Фу, боже, я рыбалку люблю, а вот, вот такие живые снасти для нее вообще не переношу, поэтому всегда профу, да, ни один не попал в то. Запах обалденный. Да? Ну, просто интересно, вот французский бульвар, ну, типа, вкусное ли это шампанское или нет. Я понюхаю. Нет, воняет датчик, оно не офигенно. Ой, пахнет оно не офигенно, оно пахнет шмурдяком. Да ничего. Да. Так, первое, да, ты пробуй. Фу. Нет, оно шмурдяковое. Нет. Спиртяжное. Не рекомендуем. Так, итак, ребят, доброе утро. Я встал в 6 утра. Опа. Не, ничего нет. Только вам собираюсь записывать. Так сразу какие-то или поклевки, или не поклевки, блин, и не могу никак он ничего записать. Короче, встал 6, у меня было 5 поклевок. Теперь Масик ко мне присоединился, сейчас закидывает. Есть такие маленькие, такие большие. Я пойду. И тут липка у нас. В 6 чи 7 штучек. Безнарционная удочка еще у Масика. Поэтому она... Не путалась, было бы классно. Поэтому она путается. Тут надо ее уметь. Все. Давай. Закидывать. Масик справляется. Все. Масик тут лыбачит. Я пока фото. Короче, вот так вот рыбачим. Это уже рыбалка, мы, это наша 4-я рыбалка за этот сезон. И это рыбалка, на которой мы хоть что-то словили, потому что ни на одной рыбалке даже ни одной поклевки не было. Мы даже ездили на платный ставок и заплатили там деньги, и вообще даже ни одной поклевки не было. Так, у меня сейчас будет, наверное, поклевка. Только что что-то было. Поэтому мы рыбачим. Еще присоединимся к вам. Итак, ребят, мы выехали, собрались. Мы еще только успели поливать. Встретили знакомых. Уже все собрано. Вот они все убивали. И покупаем наш улов. У нас еще небольшой дождик еще прошел в конце. Вот такой
уши воняет. Рыба. Такой запашочек сразу пошел от меня. Опа, дыфат. Короче, штучек 13 где-то есть. Мы очень рады. Да, и для моей мучи есть даже. Чтобы покушать наконец-то. Наконец-то. Сейчас мы идем, прогуливаемся по окрестностям и будем ехать домой. Вот так вот. Хорошо все начиналось. Хочется еще остаться тут на недельку где-то. Угу. Я даже за глаз на голову не мыть. Короче, как-то там мазь. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все, заснимем дорогу домой. Все что-то интересное будет. Мне понравилось.